Всем привет, друзья! Сегодня у нас 50 крутых товаров с AliExpress для автолюбителей. Ава подготовил для вас самые полезные товары, которые сделают вашу автомобильную жизнь проще и удобнее. Все ссылочки на товары вы найдете под видео, а мы начинаем! Универсальный пульт. Пульт с креплением на руль, который сделает управление магнитолой намного проще. Цена 320 рублей. Зарядный адаптер. Мощный адаптер с тремя USB портами для зарядки ваших гаджетов. Цена 1200 рублей. Проекционный дисплей. Дисплей, показывающий скорость машины, обороты двигателя и другие данные прямо на лобовом стекле. Своего рода это маленький бортовой компьютер. Система контроля давления в шинах. Умный гаджет для отслеживания давления в каждой из шин, который подскажет о проколе и утечке. Цена 2700 рублей. Вот еще один такой манометр. Более простое средство для контроля давления в шинах. Цена 250 рублей. OBD2 сканер. Небольшой гаджет, который подключается к диагностическому разъему и показывает различные данные о вашем автомобиле, а также позволяет считывать коды ошибок. Цена 400 рублей. Инвертор. 200-ваттный инвертор на две розетки для подключения в машин бытовых приборов, рассчитанных на сетевое напряжение 220 вольт. Также имеет 4 USB порта для зарядки ваших гаджетов. Цена 2100 рублей. Термос, работающий от прикуривателя, с функцией нагрева, которым можно заваривать чай или кофе. Цена 1700 рублей. Автомобильный пылесос, позволяющий быстро навести порядок в салоне автомобиля. Цена 805 рублей. Держатель для смартфона. Умный держатель для вашего смартфона со встроенной беспроводной зарядкой. Цена 490 рублей. Трекер ключей. Беспроводной маячок с трекером, позволяющий легко найти потерянные ключи. Цена 1000 рублей. Органайзер для пассажиров. Вместительный органайзер для пассажиров, сидящих сзади. Цена 270 рублей. Органайзер для багажника. Удобный органайзер, в котором можно аккуратно разместить все содержимое багажника. Цена 600 рублей. Органайзер сетка. Эластичная сетка для крепления грузов в багажнике. Цена 400 рублей. Небольшие крючки на клеевой основе, которые удобно вешать ключи или одежду. Цена 120 рублей. Крючки для пакетов, которые устанавливаются на сиденье автомобиля, на которых можно разместить пакеты с покупками, которые не влазят в багажник. Цена 140 рублей. Подставник. Складной подставник, который можно закрепить на любой ровной поверхности в автомобиле. Цена 190 рублей. Держатель для смартфона. Практичный держатель с креплением на руль, который будет полезен, если вы часто используете смартфон в качестве навигатора. Цена 140 рублей. Органайзер для солнцезащитного козырька. Незаменимая вещь для удобного хранения карт, денег и другой мелочи. Цена 250 рублей. Подставник-органайзер. Необычный подставник с тремя отделениями и местом для смартфона. Цена 600 рублей. Защитная накидка. Большая накидка, которая пригодится всем, кто часто перевозит в машине собак. Цена 1400 рублей. Столик для ноутбука. Удобный столик с креплением на руль. Позволяет работать даже стоя в пробках. Цена 1700 рублей. Мини-мойка. Работающая от прикуривателя мойка, с которой можно самостоятельно помыть машину. Не хуже, чем на автомойке. Цена 2000 рублей. Щетка-губка с большим и мягким ворсом, которая пригодится для мойки машины. Цена 220 рублей. Глина – специальное средство для очистки кузова от битумных пятен и других загрязнений. Цена 260 рублей. Набор для полировки. В комплект входит полироль, губка для нанесения и салфетка. Цена 1000 рублей. Жидкое стекло. Средство, создающее на поверхности лакокрасочного покрытия тончайший слой, придающий блеск и препятствующий загрязнению. Цена 2100 рублей. Таблет для омывателя. Концентрат стеклоочистителя, с которым можно сэкономить на омыватель. Одна таблетка заменяет 4 литра готовой жидкости. Цена 230 рублей. Жидкая кожа. Специальный состав для реставрации царапин и потертостей на кожаной обивке сидений. Цвет можно подобрать путем смешивания ингредиентов. Цена 370 рублей. Брови для фар. Простой элемент стайлинга, придающий машине более агрессивный вид. Цена 420 рублей.
неоновые ленты, тонкие светящиеся ленты, с помощью которых обводы приборной панели можно сделать красивее. Цена 170 рублей. Подсветка днища. Набор для установки подсветки днища со светодиодными лентами, контроллером и пультом. Цена 1500 рублей. Насадки на глушитель. С такой насадкой машина будет выглядеть совсем по-другому. Цена 1400 рублей. Парктроник. Готовый комплект для установки парктроника с четырьмя датчиками. Цена 650 рублей. Центральный замок. Набор центрального замка со всеми необходимыми компонентами. Цена 1500 рублей. Контроллер ДХО. Специальное устройство для автоматического включения и отключения дневных ходовых огней. Цена 200 рублей. Салонный светильник. Мощная LED-панель для салонного освещения. Цена 80 рублей. Чехлы с подогревом. Удобные чехлы для сидений, с которыми будет особенно приятно ездить в холодное время года. Цена 600 рублей. Козырьки для зеркал. Защитные козырьки, с которыми боковые зеркала всегда будут чистыми. Цена 120 рублей. Пленка для порогов. Прозрачная пленка, защищающая пороги от царапин. Цена 270 рублей. Линза Френеля. Линза, которая клеится на заднее стекло и значительно увеличит обзор на хэтчбеках и внедорожниках. Цена 260 рублей. Буксировочная петля. Крепкая металлическая петля для буксировки машины при поломке. Цена 280 рублей. Буксировочный трос. Без него при буксировке также не обойтись. Цена 1100 рублей. Блокиратор руля. Простейшее, но действенное средство для защиты от угона. Цена 860 рублей. Антипробуксовочные траки. Складные траки, которые помогут выбраться из грязи или неудачном штурме бездорожья. Цена 1600 рублей. Чехлы для шин. С такими чехлами второй комплект шин переносить и хранить гораздо удобнее. Цена 350 рублей. Анатомический подголовник. Дополнительный подголовник, с которым шея и спина не будут уставать в дальней дороге. Цена 930 рублей. Автомобильный мультитул. Нужный мультитул на 8 инструментов, среди которых есть манометр для шин, резак ремней безопасности, стеклобой и фонарик. Цена 700 рублей. Анаэробный клей. Специальный клей для фиксации резьбовых соединений, предотвращающий самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Цена 110 рублей. Силиконовая лента. Прочный и затвердевающий аналог изоленты, который пригодится при ремонте. Цена 290 рублей. На этом у меня все. Кому было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Продолжение будет. Всем пока-пока!